привет всем моим подписчикам, а также тем, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Алла, я живу в Израиле, снимаю видеоролики о Израиле и не только. Я сейчас сижу в машине и еду на пробное занятие йоги. Да-да, именно йоги. Я считаю, что в жизни надо попробовать все, чтобы понять, что тебе нравится, а что тебе не нравится. Сегодня я решила поехать и попробовать себя, поделать упражнения йоги. Для чего мне это надо? Вообще, что я знаю о йоге? Раньше я думала, что йоги это люди, которые сидят в позе лотоса или в каких-то очень странных позах, там медитируют, занимаются какими-то своими медитациями, релаксациями. Их цель — это достичь какого-то духовного просвещения, какого-то духовного высшего начала. Я начала встречать людей, которые занимаются йогой, и я увидела, что это обычные люди. И в Израиле это очень, кстати, распространено, ходить на разные виды вот таких занятий, которые укрепляют организм, которые возвращают жизненную энергию, которые физическое тело развивают, которые помогают кому похудеть, кому просто улучшить, укрепить свои мышцы. Поеду я сегодня в Хадеру. Я решила, что если уж я и буду заниматься йогой, буду ходить на эти занятия, то буду ходить к тем людям, которые в этом имеют очень большой опыт. И я узнала о человеке, который давно занимается йогой, уже 17 лет, и 12 лет он преподает йогу. Этот человек говорит на русском и в том числе на иврите. И я посчитала, что мне будет удобно ходить к человеку, который понимает мой родной язык. Вот сегодня я пойду на этот пробный урок. И если смогу снять, сниму вам что-то оттуда и обязательно поделюсь своими впечатлениями. Все смотрите сами, что у меня было и как. Ха-ха-ха!